Осторожно, опасные продукты питания. Санитарные врачи бьют тревогу. Сегодня возможности купить еду в местах неофициальной торговли великое множество. И о безопасности и качестве таких продуктов покупатель задумывается в последнюю очередь. Наши корреспонденты отправили специальный рейд по торговым точкам и объектам общественного питания города. Все подробности в материале нашего корреспондента. Люди, купил курицу грин. На 40-й мельнице, магазин Севали напротив МБЕКа. Кто знает, смотрите. Город Тарас. По словам автора этого видео, курицу грили он приобрел в одном из торговых точек в районе 40-й мельницы. Мужчина только принялся за свой долгожданный ужин, а тут такая картина. Сегодня в Таразе множество киосков, где продают курицу гриль, самсу, пирожки и другую выпечку. В приобретении продуктов в местах неофициальной торговли есть только один плюс – товар дешевый. Но есть и большой минус – это риск. После употребления таких продуктов можно оказаться на больничной койке. Ну и что теперь делать? Я не знаю, насколько они чистые, но когда хочется кушать, уже становится все равно. Куда-то сходить подальше мы не можем. Тут близко, вот и кушаем. Этот двухэтажный торговый комплекс раскинулся через дорогу рынка Кайкармет. Если обратить внимание, витринные полки с выпечкой не закрыты, а это лакомство для всяких насекомых, мух в том числе. Пищевое отравление в жару – это одно из самых распространенных заболеваний летом, потому что привычные нам продукты ведут себя совершенно иначе. К примеру, курицы гриль или отварной курицы достаточно провести вне холодильника 45 минут для того, чтобы она стала опасной для здоровья. За это лето уже были зафиксированы неоднократные вызовы скорой помощи. В настоящее время начался сезон острых кишечных заболеваний. Все это из-за жаркой погоды. На рынках самса и другая выпечка очень быстро портятся. Продавцы не успевают все продавать. Также стоит быть особо осторожными, когда приобретаются яйца, салаты, пирожные и морепродукты. После таких покупок в лучшем случае можно неделю пролежать в больнице. Понятно, что покупать еду на улице никто прямо сейчас не перестанет. Однако врачи рекомендуют быть начеку. Необходимо и обращать внимание на внешний вид продавца. Чистые руки, белоснежный фартук, своего рода визитная карточка. Валерий Татаренков, Санат Аралбек, 77 News.